Торговцы рынка Дордой вышли на митинг против действий государственной налоговой службы. Участники акции отметили, что закрыли контейнеры и не выйдут на работу, пока им не объяснят причин повышения налогов. По их словам, фискалы опечатали склады и требуют выплатить 10% от стоимости товара. Но у торговцев таких денег нет. Российский товар садам. Алар бит пар документация жақсы ачылды. Анан турецкий товарларым бар, анын через фирма алам да. Аларды эмел жазып койшту да, ошондо 30-10% мен төлөйт керек мына подоходный налог дейт да. Анан кандай эмне болуп ал каяктан подоходный налог болуп келди? Эмнеге ал подоходный налог негизи за вычетом расходов болуш керек. А бүт эмеле расходторун чыгарып, ал тем более ал товар нереализуемый товар да, нереализованный пока. Анын биз сатыш керекпиз, анан ошондон биз чыгарып эмне болуш керек? Алар биздин товарыбызды эсептеп эле 10% төлөш керек экенбиз. Биз товар сатпай туруп эле анын кантип 10% төлөй алабыз? Ошон үчүн биз эмне жатабыз? 10% тем более бизге абдан чоң эме да, сумма да. Мен өзүм 2,5 миллион кредитим бар Финка банктан алгам да. Анан өткөндө мен складыма карап, ошо миллион сомдун эмесин товарын санашты, анан 100 000 мага штраф салып кагазын колума беришти. Анан бул эми мейли. Анан бул жерде биздин өзүбүз услугалар да бар да, бул жерде биз эмеге арендага алабыз. Например, мен арендага айына 70 000 сом төлөйм. Ээсине берем. Андан бөлөк жана майда чүйдө расходтор көп болот да. Анан булар аларды карабай туруп эле эчтеке эсептей туруп давай хоч не хочешь деп коюшту. Мен ошого түшүнбөй калдым да. В свою очередь представители профсоюза рынка отметили, что понимают недовольство предпринимателей и готовы переговорить с государственными органами. По их словам, подобные шаги со стороны налоговых органов преждевременно и необходимо провести разъяснительные работы среди торговцев. Все-таки нужна разъяснительная работа, чтобы вот так быстрое опечатывание 800 контейнеров, с моей точки это, думаю, зрения, это неправильно. Естественно, сейчас идет сезон. Очень много людей предлагало о том, что во время сезона, не сезона, когда в январе 26 градусов, почему вы тогда не приходите? Почему вы приходите именно в сезон, когда люди его ждут? У многих кредиты, у многих проценты. И вот как бы так вот было вчера. Мнение предпринимателей, чтобы не то, чтобы платить, что 10% от стоимости остатка товара – это неподъемная сумма. Төлөйбүз деген жокпуз, налогсуз төлөйбүз. Пожалуйста, нормальная система кылып берсин, жакшы кылып берсин, пожалуйста. Хотя бы патенты, ала, ладно, пусть патент поднимут, да? Патент биз 5 000 сом, 4 000 сом, 10 000 сомго чейин. Ладно, пусть көтөрсүн анда патентти. Биз ошондой кылсын же башка варианттарын чыгарсын да. Бизге дагы биздин да эмести караш керекпиз да. Тем более биз деген, например, складтар кайсы убакта жабып кетти? Складты деген эменин алдында азыр сезон башталат, баарын мектепке даярданышат, элдер келип көбүрөөк соода кылабыз да. Ошонун алдында биздин складтарды жабып салды дагы ачык рахмет тилейм дейт. Обращение кылсак, очередь күтүлө, биздин силердин очередь келсин, биз биякта соода кыла албай жатабыз, элдер келип атат. А тиякта складтарыбыз жабык да. За последнее время доходы нашего государства уменьшились. После того, как был введен налог на воздух, вы стали меньше дышать. Это возмутительно! Молчать! Сами налоговики говорят, что на прошлой неделе на рынке они проводили рейдовый контроль, проверяли соблюдение законодательства в части уплаты налогов. Тогда и опечатали склады. Позже часть предпринимателей уплатили положенные налоги, их склады открыли. Опечатанными остаются только те, кто обещал и не заплатил налоги. По итогам встречи торговцев с налоговиками принято решение оставить налог в размере 10%. Ведомства отметили, что к предпринимателям будут индивидуальный подход по решению проблем.